Действует акционное предложение на газонокосилке Олеомаг. Это модели 44. Это обычные, которые не самоходки. То есть цена прайс составляет 9300 гривен на 40 сантиметров захвата. Укомплектовано 139-м оригинальным олеомаковским двигателем с облегченным кикстартером. Там усилий вообще много не прилагается. То есть могут косить даже женщины. Полностью металлическое основание. Каждое колесо регулируется. Есть 4 положения для регулировки. То есть высота покоса от 25 до 85 сантиметров. И для удобной транспортировки в автомобиль можно также убрать травосборник, или для обычного покоса он также убирается. То есть газонокосилка 44 не оснащена баковым выбросом, то есть все оно будет скидываться на заднюю часть газонокосилки. И также для удобной транспортировки, как я хотел завершить, есть вот такие вот барашки. Мы их, получается, прослабляем, и вот эта вот рукоятка кидается на вот эту вот часть, на вот эту вот часть двигателя, и удобно очень перевозить в автомобиле. Пластиковый тканевый травосборник идет, боковая часть с ткани такая вот, и верхняя и нижняя часть идет пластиковая. Также каждая сейчас газонокосилка Олеомаг оснащена вот таким вот показателем, который поднимается, если травосборник забит. То есть не надо каждый раз будет открывать эту крышку и смотреть, ага, там полностью трава набилась или не полностью же. Также есть модели 48, они уже идут на 45 сантиметров захвата, а не на 40, и цена их 9900, это прайсовые. Также есть модели на 50 сантиметров захвата, они уже оснащены боковым выбросом, то есть травосборник можно убрать и открыть. Вот так вот приподнимается этот красный флажочек. Одной рукой, конечно, неудобно это сделать, и открывается боковой выброс. Соответственно, не могу. Слишком жесткая пружина, не смогу вам показать. Эти двигателя уже комплектуются, точнее, эта газонокосилка комплектуется двигателями на 6 лошадиных сил. Почти 6, даже пятерочка, я бы сказал, 166 кубических сантиметров. И вот, на 6 лошадиных сил, которые... Двигателя на 196 кубических сантиметров, это 805-е двигателя. Они также оснащены боковым выбросом, тем же самым травосборником, пластиковой тканью, как и те модели 53-е. Только это уже модель GV53TK. Она уже идет самоходная. Этот рычаг отвечает за ход, он только вперед существует, назад хода нету во всех газонокосилках. А вот эта вот модель, точнее этот вот рычаг, отвечает за вращение ножа. И стоп, если мы отпускаем этот данный рычаг. Также есть в наличии газонокосилки штиль, тоже с металлическим основанием. Тут уже больше регулировочных положений. Все они идут на регулировка на все 4, точнее на все 2 оси, на 4 колеса. Одним рычагом есть возможность отрегулировать от 1 до 7 уровней высоты покоса. Здесь уже пластиковый травосборник. Также электрические газонокосилки штиль, аэраторы для вычесывания травы и профессиональные аэраторы тоже для вычесывания травы, для того, чтобы трава не было таких вот прослоек лысых на газоне, и для этого взрыхливается верхняя почва самого газона такими вот прикольными штуками. Пишите, звоните, номер телефона оставляю под видео, интересуйтесь моделями, также актуальными ценами. Все цены можем сделать вам со скидками на оригинальную продукцию Олеомаг и Штиль.